Всем привет, меня зовут Павел Балов, и добро пожаловать на мой канал. А здесь это Тварюшка, и вы помните, мы открыли дверь. Так, ну вот вы помните, да, мы открыли дверь, и надо было сбежать от этой твари летающей. Я это забыл, и она мне тут вот покоцала ХП. А почему у меня там какая-то полосочка? Я что, не могу восполнять жизни? В общем, не знаю. Нам пришлось сбежать, и мы идем проверять, что у нас тут есть дальше. Так, глок, бабойма. Ой, я туда еще. А почему нам дают патроны от пистолета, которого у нас нет? Что за говно? У нас есть глок. Нам хотя бы морфий дали, спасибо за это. Что-то походу сейчас какой-то... Вот ты где. Ты труп теперь. Ты уже покойник, мать твою. Чего произошло? Доктор Босс, это интересно, но это будет сложно. Я к такому не готов. Сваливаем. Я и забыл, что эта шлюха нас тут встречает. Надо сваливать отсюда. Подобрана обойма для Глока. Так, собираем шприцы. А, тут конец. Я думал, тут какой-то проход дальше куда-то, непонятно. Но я ошибался. Так, значит, мы шли правильно, и у нас тут есть... Ищем вообще по всем углам шприцы. И, видимо, для доктора нам нужно что-то типа... Не знаю, чего даже. Вот ты где. Теперь ты труп. Ты уже покойник, мать твою. Так, значит, нужно как-то его... А, сволочь. По-хитрому обходить, ладно. Давайте-ка мы это возьмем в две руки вот с этим. Давай, выходи, сволочь. Сейчас я тебя пиздить буду. Эй, ты что делаешь? Пугаешь ты меня, зачем? А, ну вот, если я слишком близко подхожу, то он делает мне дырочку в голове. И я... Да. Я все-таки забываю, что при переходе с локации на локацию может звук обрываться, и поэтому забываю замолчать. Я не знаю, почему это особенность записи, но это как бы пофигу, ладно. Сейчас мы уже потихоньку вникаем, вспоминаем и все такое. Снова морфий. Опять. Но это я уже озвучивать еще раз не буду, поскольку он уже это говорил. Так. Две руки вот с этим. Давай, где-то... Сволочь. Я не успел стрельнуть. Е, попал. А почему у него выстрелы звучат, а у меня нет? И вообще, почему целеуказатель не попадает нифига в него? О, я еще раз попал. Еще раз попал. Еще раз попал. Твою мать. У тебя башка должна взрываться, сучка. Все, у него башка взорвалась. Так, мы берем. Перезаряжаем наш... А, он перезарядился? Ты чё, сука? Я, блядь, так не играю, нахуй. Я не играл. Ты чё стреляешь-то, охренел? Смотрите, у нас так прицел лучше стал. Чё, давай выходи. Сыкуха. Сыкуха-докторюха, ну. На. Я и забыл, что у нас-то выстрелы не работают, а у него-то сволочь такая... Ты где там? Давай. Давай-давай, вылезай. Давай-давай. Докторюха-сыкуха. А вон ты где, сволочь, спряталась. За колонной, пидор. Ладно. Сейчас я тебе пару пульта лечебных в задницу-то всажу. Или в фейс. Ладно, неважно. Мы прошли. Саймон, одни лишь таблетки не помогут тебе прийти в норму. Тебе нужно делать нечто большее. Я рекомендую тебе попробовать новую современную методику под названием когнитивная терапия. Этот бородатый усатый... Что это?
Это мы? Well, Ну, это ряд упражнений, которые нужно выполнять, чтобы ты смог забыть о том, что было в прошлом. Все эти плохие воспоминания и страхи, которые тебя тревожат. Ты любишь книги, Саймон? Я не знаю. А что? Хорошо. Я спросил, потому что я хочу, чтобы ты попробовал кое-что. Я хочу, чтобы ты написал книгу. Книгу о своих переживаниях. Ты бы смог делать это? Наверное. Можно попробовать. Ну, попробуй. То есть, Саймон там какой-то араб, доктор. Нет, 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 нет! А здесь он не араб, а там араб. Чё за бред? Вот говно. Патроны для... Блин, а? Покиньте психиатрическую лечебницу. У меня же не хват... некуда положить-то, а? Может, это можно выкинуть? Ключ от черного выхода. Сука, это же нам сейчас вообще жопа будет. Ладно, надо вылечиться. Молодца, молодца. Так, взять. А, нет, сейчас там будет эта баба, надо это убрать, потому что... Ой, я сделал то, что не надо было делать. Так, ладно, ищем выход. От черного входа. Я что-то не помню, где здесь черный вход. Давай, давай. Ей, эта баба исчезла. Мы пошли искать с вами черный вход. Что за херня? Вы что, упали, что ли? Тут же нахрен без этого не пройти. Бля, придется сейчас вслепую искать гребаную лампочку. Иначе я сдохну так. А, вон, можно же сделать вот так. Ладно. Мы сделаем вот так, а за пистолетом потом вернемся, потому что, ну, это херня какая-то ходить без пистолета. Вообще, если кто-нибудь помнит, где черный вход, напишите мне в комментариях. Замок поврежден. А, наверняка он на первом этаже, да? Ну, то есть, это логично было бы. Вот только где, ёпта? Черный выход. Спасибо. Теперь хватаем наш пистолет. И, кстати, можно вернуться на самом деле еще за патрончиками. По-хорошему. Потому что патроны, она никогда, знаете ли... Патроны это никогда неплохо. Патроны они нам всегда помогали, спасали жизнь, там выручали, все дела. Тра-ля-ля. Че, пропали? Нет. А это другой какой-то пистолет, да? Ну-ка. А, вот это... Нет, он говёный. А, серьезный высокомощный пистолет с убойной силой. Нет, нам он не нужен, мы возьмем наш привычный ГЛОК. Распространенный, не слишком убойный, но с обоймой на 15 патронов. На самом деле, я хрен знает, какой из них лучше. Но знаете, ГЛОК с нами дольше живет и... В принципе, у нас на него патронов больше. И обойма для него тоже гораздо больше. Да, я уже потихоньку втягиваюсь вновь. Привыкаю молчать, когда надо. Когда происходит... Оп, не туда. Когда происходит переход с локации на локацию. И готовимся еще раз. Уже день, уже утро. Найдите дорогу домой. Но судя по тому, что он колется морфием, у него своя дорожка. Ты что, я домой уже пришел? Зашибись. Быстро, четко. Че опять с кадрами? Я же все нас... Сука, это кто? Патроны для револьвера нам
подкидывают какие-то блики. Сука, это кто? Или это мы так шлепаем? Так, мы идем дальше, как обычно, по фонарикам. Я сейчас просто молчал, потому что слушал. У нас сейчас опять в каком-нибудь неожиданном месте какая-нибудь сука бы напала и сделала бы из нас опять мясной фарш. Но я этого допустить не могу. Я буду стрелять сразу в лоб. Вываливаем нахрен. В этом плане я сейчас больше не стесняюсь в выражениях. Так, что за хрень? Кадры опять стремятся к нулю. Лодочка. Гребите при помощи клавиш движения. Кнопка Юз причалить. Ну, окей, погнали. Чё он ни хрена не гребет? А, все понял. Все понял. Слушайте, несмотря на то, что у нас кадры жестко приседают, должен отметить, что здесь довольно красивая местность. То есть, посмотрите, лесок позади, вода довольно красивая. Возможно, это влияет на наше, как это называется, на количество кадров. Только куда нам плыть? Я думаю, просто к противоположному берегу сейчас попробуем пригрести. Ибо целеуказателей здесь просто ноль. Я надеюсь, на нас сейчас никто нападать не будет, потому что из водной глади я подвоха уж точно не ожидаю. Тут, кстати, еще проблема в том, что камеры вращать нельзя. Так бы я хоть, может быть, увидел, куда нам. Ну, хер его знает. Вот я, кажется, что плыву к тому берегу, куда надо, но я не уверен. Потому что мне кажется, что это дом там впереди. Разглядеть довольно проблематично. Ну и там, опять же, виден проблеск среди деревьев. Но гладь, согласитесь, довольно красивая. Прямо круизис какой-то. Звуки, конечно, как будто он в тазике гребет, и не веслами, а руками. В тазике воду перебирает. Ну да ладно. Какая, кстати, у нас там кнопка use, то есть использовать? Е же, да, по-моему? Да, Е. Уже на Е двери открываем. А вообще, вы можете поделиться своим мнением, что думаете про данный микрофон. И, к сожалению, да, вам придется теперь терпеть его. Ибо с телефон, через телефон записывать, как было в нескольких видео назад, точнее, в нескольких предыдущих видео, к сожалению, это не вариант, потому что телефон проблематично держать где-то поблизости. А вот как раз-таки микрофон-петличка — это довольно-таки практичный вариант. Но звук, конечно, у него хуже. И вообще, ностальгирую по тем временам, когда вот на тех наушниках еще был рабочий микрофон. Ибо он давал нам все преимущества сладкой жизни. Ну и хороший качественный звук. Здесь, конечно, звук похуже стал. За это прошу меня отдельно извинить. Ну да ладно. Не мы такие, техника такая. А так как я всего лишь еще студент, у меня на хорошие микрофоны пока особо денег нет. Поэтому видео будут с этой петличкой. Как минимум еще год. Если я еще буду столько долго снимать видео. Вообще-то прохождение раз начал, то я должен буду их закончить. Это без сомнения. Так, сойти на берег. Мы приплыли. Пойдем. Это не же не наш дом. Мы, надеюсь, не живем в таком бомжатнике. Да хорош, эти звуки мне не нравятся. Морфий.
Надо было тот пистолет брать, походу. Сохраниться надо, наверное, да? Но эта серия, наверное, выйдет подлиннее, чем обычно, и потому что мы будем искать следующую сохранку. Сука, почему опять... Блять! Блять! Сучки! Ебаные, я про них уже забыл, блять! Ебать! Хули вас так много? Сука! Блять! Только съебались! Сейчас, бери! Нахуй! Как мне взять... Сука. Взять. Взять. Перезарядить, блядь. Сука, это страшно. Я сейчас чуть не родил. Учитывая, что сейчас у меня без 15 час, это... Это просто жесть. Сучка! Ты, блядь, такая пизда. Хули так делать-то, на, нахуй. Просто ебанись в сраку. Фу-фу-фу-фу-фу. Главное, что это не та, которая летает и заставляет нас вышибить себе мозги. Нет. К счастью, эти пёзды слабее. Ну и хотя бы можно убить. Но вот эти вот придыхания собачьи, это мне не нравится. Опять в коллектор. Вы заебали. Серьезно, вы просто заебали. Это страшно. Я уже отвык от этих прогулок ебаных. Чё эти... О, это громкое эхо воды. Сучара. Как же это, сука, страшно. Я, блядь, просто отвык. Что у нас тут? Ну, конечно, это же грёбаная ни хрена. Fucking, блядь, тебя... Подожди. Сейчас тебя буду рукой пиздить, чтобы не тратить на тебя свои патроны, сучий ты потрох. Как же это страшно, нахуй, когда они вот так вот прыгивают. Ты пидор, что ли? Вообще в вопросе, что лучше тратить, патроны или морфий, естественно, лучше потратить патроны. Ибо морфий может спасти вам жизнь. Но не в реальной жизни, а вот в игре в этой. Я сейчас, походу, сдохну. Потому что... Дыши, 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 дыши. Как, блядь, взять? Так, и поплыли нахуй. Просто поплыли дальше. Только быстрее плыви, а то я не хочу, чтобы ты тут сдох у меня. Точнее, чтобы ты... Сука, ты нахуя проплываешь-то, блядь? Ты долбоёб, что ли? Так, держись на плаву. И ныряем, и опять поплыли. Главное, чтобы тут тупика, блядь, не было. Я просто, нахуй, ненавижу это. Да-да-да, живи-живи-живи, блядь, живи. Давай, взять. Блядь, взять. И... А, ну у него потихоньку восстановилось здоровье, потому что, видимо, когда под водой, то оно восстанавливается. Все, плывем дальше и нахуй выплываем, блядь, я надеюсь. Потому что это жопа, я не видел, в какую сторону нам плыть. Я не знаю, правильно ли мы плывем, или мы сейчас обратно, блядь, приплывем. Но я очень... Это... О. Походу мы там, где надо. В смысле, блядь, заперта? Вы чё? Сука. Придется опять плыть. Ныряй, бля. Да ты, сука, ныряешь. Или чё ты делаешь? Как пёздал.
Так, давай. Дыши. Плыви. Нам, походу, опять назад придется плыть, чтобы что-то найти. Чтобы найти какой-то ключ или что-то типа в этом роде. Ну почему так все сложно, а? Почему нельзя просто выплыть и сказать до свидания, прости, прощай, не забывай. Блять, стой, не умирай. Хапульки восстановились. А он откашливается, и у него восстанавливаются хапульки. Так, ну здесь мы вряд ли что-то найдем. Давай, плыви, не умирай. Я, походу, вот... Блядь, где-то я свернул не туда, походу. Где-то я свернул не туда. Что-то мне подсказывает. Ибо, блядь, плывем мы уже порядком долгое время. Да, это откуда мы пришли. Фу, бля, плывем обратно, хули. Хули тут делать-то еще? Плывем, блядь, обратно. Потому что те повороты я вот, знаете, помню. Давай, выныривай. Дыши, гондон. Серьезно, вы бы только представляли, как меня сейчас уже бесит эта игра. Просто невыносимая бесячка. Тупик. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Дыши. Взять. Ну понятно, почему так много морфия. А нет, не будем. Бля, ну ладно. У нас все равно 8 штук. Похую. Мороз. Ребеним просто в нос. Давайте. В этом видео просто чрезмерно мата, но просто у меня нет терпения. Я потерял всякое терпение и всякую толерантность ко всему происходящему. Блин. Выныривай. Так, возвращаемся на путь истины. Так, вот нам сюда. Так, а мы вот сюда-то не... Блядь, мы вот куда не плавали из этих мест? Да тихо-тихо, только ты не умирай. Не умирай. Блядь, давай, выплывай. Ага, все, понял. Все, понятно. Я, короче, понял, куда я не заплывал. Где, возможно, есть ключ. Но где также, возможно, есть и наши противники, которые будут нас дрючить просто и в хвост, и в гриву. Но знаете, нас всегда тут, в этой игре нас всегда дрючат и в хвост, и в гриву. Это уж извините, но это факт. Он даже не вымышленный, к сожалению моему. Только ты плыви быстрее, что ли? Амеба, блин. Смотри, у нас даже здоровье почти восстановилось. Кстати, я уже даже забыл, почему у нас не полная шкала здоровья. Надо будет самому пересмотреть. Взять. Ищем ключ, ищем ключ, ищем ключ. Главное, чтобы там не было этой бабы, которая нас заставляет суицидиться. Так, я не понял. Что это значит, блин? Что значит дверь не поддается? Я что теперь? А. Ну я теперь сохраняюсь. И мы тогда будем искать выход в следующей серии, потому что здесь я что-то уже заблудился. Спасибо всем за просмотр. До встречи в следующих роликах. Всем удачи. Всем не быть таким тупым, как Саймон. Всем пока.